Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Туда, где море огней, снова туда, с тоскою моей. Светит прожектор, фанфары гремят, публика ждет, будь смелей, акробат. Со смертью играю, смелый, дерзок мой трюк. Все замирает, все смолкает вокруг. Слушая скрипку, дамы в ложах вздохнут, скажут с улыбкой храбрый шут. Да, я шут, я циркач, так что же? Пусть меня так зовут вельможи, как они от меня далеки, далеки, никогда не дадут руки. Смычок опущен, и мелодия допета. Мой конь, как птица, по кругу мчится. Дождем душистым на манеж летят букеты. Но номер кончен, не гаснет свет. Лепестки на песок, никто не знает, как мой путь одинок. Сквозь ночь и ветер мне идти суждено. Нигде не светит мне родное окно. Греться у чужого огня, но где же сердце, что полюбит меня? Живу без ласки, боль свою затая. Всегда быть в маске, судьба. А после Георга Карловича я сам мистера Икса петь не стал просто. Дома попробовал. А я всегда, когда занимаюсь, я записываюсь на магнитофон, прослушиваю все время. Занимался, и потом думаю, нет, хорошая ария, но после отца я ее петь.
оказывал магическое влияние на своих коллег по цеху. Вот, например, был самым популярным исполнителем и возникшим во времена еще отца Муслим Магомаев. Он точно повторял манеру и даже пытался схватить интонации и обертоны Георга отца. Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ночь. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж около за жизнь я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше. Георг Отц был особенно. Я никогда в жизни, никогда не вручал никому мужчине цветы. Это вообще так, если призадуматься, думаю, что это мужчина, мужчине цветы. Но здесь я не выдержал, пришел когда к нему на концерт, сел в первый ряд и вынес ему букет цветов. Арне Мик долгие годы был главным режиссером и художественным руководителем театра «Эстония». В 52-м начинающим певцом он делил с Карлом Отцом одну гримерную. В гримерную его сына, Георга Отца, Арне Мик заглядывает и по сей день. Столько с ней связано всяких воспоминаний. Любой театр – сложный организм, с интригами и соперничеством. Звездам завидуют, им необходимо обладать немалым умом и естественностью, чтобы избегать конфликтов. Отцу это удавалось. Можно было действительно думать так, что он Бог, и я никто. Но никогда он этого не показывал. Он пришел во время перерыва. Ну, допустим, так, что... Ой, извини, можешь ты мне показать свой клавир? Ну, можно было думать, что он или свой где-нибудь оставил, или что-нибудь... Он открыл этот клавир и так вот мимоходом как будто показал, что вот это место ты могла бы проверить. Или еще раз смотреть. И, безусловно, там были у меня или какие-то неточности, или просто ошибки. Но никогда не так, что он сказал при людях, что вот ты неправильно поешь, или у тебя не получается, или что-нибудь такое. И это тоже трогательно, что никто, который уже раз в жизни с голосом Георга Отца встретился, его забыть не может. Георг Отц прожил всего 55 лет. За эту короткую жизнь он то спешил, то не спешил, но свое человеческое предназначение осуществил в полной мере. В независимой Эстонии поначалу имя Георга Отца было вычеркнуто, как и все, что было связано с советским периодом. Даже корабль, названный в честь певца после его смерти, был продан за границу. Однако, когда страсти улеглись, обнаружилось, что Георг Отц по-прежнему самый знаменитый в мире эстонец. О нем снова говорят. Страна тоже поняла, наконец, что без прошлого нет будущего. Не тревожь ни себя, ни меня. Не найдешь ни следа, ни огня. Что прошло, то прошло, и быльем поросло. И опять на душе светло. Но пройдет день и год, и настанет час. Захлестнет, как волна, как беда. Закричит, позовет.